Вы знаете, что есть такие бабочки? Нет. Нет? А я знаю. А как бабочки? Как становятся бабочками, не знаете? Гусеницы. Сначала они гусеницы. Так вот, вы сейчас ползете телом, как гусеницы. До туда, до той стороны. Это значит, вы совершили труд. Нет, нет. Как вы лежите сейчас с ногами. Сейчас покажет. Дядя Юра покажет, как гусеницы ползают. Вот так ползут гусеницы. И когда они до туда доползают, да, они вылетают уже бабочками. Они встают и начинают махать крыльями и танцевать. Понятно? Приготовились! Приготовились! Гусеницы готовы! Ложись, поехали!